Сегодня состоялось заседание судейского комитета Федерации футбола Таджикистана, на котором была рассмотрена жалоба футбольного клуба «Хатлон» города Бохтар, на котором были их претензии по двум эпизодам. Первый эпизод – назначение пенальти. Комитет посчитал, что судья назначил правильно 11-метровый, исходя из изменений дополнений, которые произошло в правила футбола ФИФА, которые она на данный момент, такие комментарии даются по данному эпизоду. Анализ. И данные, играет ли, что тут пункт первый, анализ, играет ли вратарь мяч? Нет. Кто играет мяч? Атакующий игрок. Сейчас правило основывается на исход момента. Если голкипер выходит на борьбу за мяч и не играет мяч, то он несет ответственность за свои дальнейшие действия. Он не играет мяч, так как, что он делает? Бьет кулаком соперника. Это фол. Вратарь кулаком бьет соперника по голове. Сила удара средняя, безрассудна. Любой удар соперника рукой или ногой по голове – это либо желтая карточка, либо красная карточка. На красную карточку это не тянет, что является ключевым моментом. Кто сыграл мяч первым? Если вратарь сыграл бы в мяч и попал бы в игрока, то так это неизбежный контакт. В таком случае продолжаем игру. Голкипер не играет мяч, а бьет кулаком соперника по голове. Решение – 11-метровый удар и желтая карточка. Ну, в данной ситуации достаточно, потому что не ломать дух игры. И поэтому судейский комитет полностью единогласно принял, что было нарушение правил со стороны вратаря и 11-метровый удар. Верное решение. Второй эпизод. В связи с тем, что несколько было ошибок со стороны арбитра, последовательность внесения санкций в отношении игроков за нарушение правил игры. Несколько моментов в предыдущих игроках, он в других моментах не вынес санкции в отношении игроков команды «Стекло». А здесь было. Тут в данный момент он дал продолжение игры, он отреагировал на отмашку, подсказку помощника главного арбитра и резервного арбитра. Поэтому мы считаем, что он здесь поторопился с карточкой, можно было нарушить. В данной ситуации судейский комитет решил, что учитывая дух игры, учитывая напряженность концовки, конец матча, он поторопился с решением желтой карты. На фол был, здесь никто не отрицает. Но есть в футболе еще такая вещь, дух игры, надо это понять, что да, потому что в предыдущих моментах в обратную сторону, по одному эпизодам в одну сторону, в одном эпизоде в другую сторону, то есть я имею в виду, что он не показал желтый, то есть показал свою непоследовательность в данных ситуациях. Поэтому решением судейского комитета Федерации футбола Таджикистана рефери ФИФА Кабиров Насрулло отстранен на две игры от обслуживания матча чемпионата Республики Таджикистан. И данные вот эти недостатки рекомендованы департаменту судейства, чтобы в программе обучения арбитров включить вот эти эпизоды, чтобы трактовать единые правила футбола. И судейский комитет в данный момент полностью согласен и решение свое вынесло. Это объективное решение и правильное.